Комплект штор для вашего роскошного интерьера. Танец листьев. Вообще сейчас вы получаете не только портьеры. Обратите внимание, две портьеры. Каждой портьере по подхвату и еще и тюль. И все это называется танец листьев. Мы создаем атмосферу неги, красоты, богатства, роскоши. Первый цвет, который вы видите, бордо. Ну и знаете, я вот сейчас просто на цену еще разок посмотрю. Это все 2000, да, я тоже удивилась, 2990 рублей. Да, по цене 2990 рублей вы получаете еще и скидку 2400 рублей. Кать, это 5 предметов. Это просто фантастика, Марина. Я не буду, ты знаешь, с чем сравнивать уже. Прям, но это на самом деле уникальная цена. Ведь вы получаете полный комплект. Без ремонта мгновенно преображаете интерьер. И у вас есть выбор. Три цвета. На окнах вы видите необычайное бордо, украшенное золотом. Но давайте же познакомимся еще с двумя цветами, ведь прямо сегодня вы можете создать в своем доме единый стиль, но подчеркнуть при этом индивидуальность каждой комнаты. Посмотрите, у нас портьеры, подхваты и, напоминаем, тюль. И все это Его Величество Жаккар. Кать, а вот еще один цвет. Это бежевая модификация, абсолютно универсальное решение. Более гармоничное, более сдержанное, но, конечно же, очень элегантное и богатое. О, да. Ну что ж, давайте знакомимся со вторым модификацией, со вторым цветом. Это бежевый, вот я прихватила бордовый подхват, чтобы вот никто не забыл, что есть бордо. Бежевый, посмотрите, бежевый подхват. Естественно, вы получаете подхваты в тон. Да. Ну, Кать, вот кто к нам только что присоединился, для вас, мои хорошие, я напомню, комплект, две портьеры, два подхвата и тюль. Все это называется танец листьев. Вот такой золотой будет наша осень, а скидку вы получаете 2400 рублей на весь комплект. Ты знаешь, Марин, я скажу, что когда вы получите этот комплект, учитывая цену, поверьте, вы будете действительно танцевать, потому что за такую стоимость можно приобрести исключительно только метр. Ну, хорошо, метр жаккардового полотна будет стоить 2000 рублей, но здесь-то полный комплект. И я предлагаю познакомиться с третьим цветом. С удовольствием. Итак, был цвет бордо, цвет бежевый. И сейчас вы увидите очень нарядный. И цвет, по которому мы будем скучать в ближайшие сезоны, но он будет у нас дома. Это зеленый цвет. Кстати, Кать, зеленый и бордо с золотыми листьями, да, вышитыми, а бежевый с серебристыми. Серебром. Вот какие твои рекомендации? Как подобрать в интерьер? Ты знаешь, я хочу сказать, вот для тех, кто хочет сделать свой интерьер действительно таким более свежим, более легким, я рекомендую, конечно же, выбирать зеленые оттенки. Особенно, хорошо, если вдруг у вас маленькая темная комната. Если 10-15 квадратов. Угу. Если у вас уже квадратов 20, комната преобладают, например, темные либо бежевые оттенки, рекомендую вам выбирать бежевый цвет, если вы желаете создать более сдержанный, лаконичный, но при этом роскошный интерьер. Но, конечно же, для тех, для страстных натур, для натур, которым любят истинную пышность, любят такую помпезность и истинную роскошь, выбираем, конечно же, бордо. И выбираем мы, конечно, Его Величество Жаккард. Французские технологии в вашем доме. Несколько веков уже Жаккард, конечно, радует нас своей роскошью. Да, посмотрите, это же наши шторы прям. Да, это наши шторы. Именно так их изготавливают. Сложным плетением, жаккардовым плетением. Ведь это не фотопринт, это тысячу нитей сплетаются воедино, образуя вот такую необычайную роскошь и красоту. И это роскошь, это объемный принт. Смотрите, вот давайте, вот он. Знаете, вот он, я раньше думала, что все, что на жаккарде изображено, то это сверху наклеено, нарисовано, вышито, а значит, отпадет, отвалится и распустится. А вот здесь, получается, Кать, этого не случится? Конечно же, это не случится. Посмотрите, вот эти золотые нити, которые вы видите, весь этот блеск, это сияние, это действительно нить, это не фотопринт, это сложная жаккарда
лавандовое плетение. Ну и давайте, чтобы я вам доказала, посмотрим, конечно же, обратную сторону, потому что именно жаккардовые портьеры не имеют изнанки. Боже мой! Как дорого, да! Золото! Ты знаешь, Кать, я вспоминаю все время твой мудрый совет. Дело в том, что наш эксперт Катерина Архипенко, она ведь еще и психолог, и она следует очень мудрой психологии богатства. Вот поделись. Вот сегодня, да, уважаемый продюсер, пожалуйста, для меня, только для меня, бордовые шторы, внутри они золотые, учитывая, сколько мой муж сегодня потратил денег на краски, мне необходимы дополнительные денежные потоки. Выбираю для себя цвет бордо, на самом деле это цвет роскоши, ну а по великой философии фэншуй, именно золотые шторы, они открывают денежный поток в ваш дом. Вот мудрая женщина говорит, сегодня ее муж, я уж поделюсь с теми, кто присоединился, пошел и купил ребенку 5-летнему вот, для подготовки в школу краски, мы узнали эту сумму на почти 8 тысяч рублей, мы все были удивлены, а между тем, этот комплект сегодня стоит 2999 рублей. И вы получаете не только портьеры. Каждой портьере вы получаете по подхвату, вы получаете тюль. Все это по цене 2990 рублей. И ваша скидка 2400. Ну и, конечно, Катерина говорит, надо увеличивать поток достатка. Да. Для чего? Мне, для того, подойди, чтобы у вас были деньги. То есть ты поправляешь семейный бюджет. Да, я буду поправлять сегодня семейный бюджет. Выхода нет. Ну что же, а давайте насладимся всей этой красотой. Итак, давай. Полный комплект, две портьеры, роскошные, жаккардовые, ширина каждой 1.5 метра. Сразу хочу учесть, ширина 1.5, длина 2.70, в комплекте 2, и в итоге вы получаете 5.5 погонных метров жаккарда. Ого! То есть в магазине вы отдадите за 5.5 метров 11 тысяч рублей. И это будут только две портьеры, а у нас нет, две... Нет, это будет только 5.5 метров погонных, абсолютно ветра жаккарда. Два подхвата и, конечно же, тюль шириной 3 метра. И все это за такую сумму. Не упустите свой шанс. Начните жить красиво прямо сейчас. Не только жить красиво, но и любить себя. Ведь это комплект для вашего королевского интерьера. Ведь этот комплект для вас, королевы, на целых 15 лет. Вот сейчас наши королевы звонят, заказывают по цене со скидкой 2400 рублей. Даже у нас не 5, не 6 тысяч, а 2990 за весь комплект. Сколько прослужит этот комплект? 15 лет!